Подплавляем жирок. Но моя бабушка курит трубку, трубку курит бабушка моя. Я приветствую вас, друзья. Сегодня у нас необычное видео будет. Мы едем в гости на канал Имховидео. Будет большая дегустация стейков. Они меня пригласили. Имховидео это канал на YouTube. Ссылочка будет на этот канал. И также есть Имхошоп. Это интернет-магазин. В нем можно выбрать как казаны, печи, шампура. Зайдите, посмотрите. Также ссылочка будет внизу в описании. Так что переключаемся и начинаем смотреть дегустацию. Вот и подъехали мы. Тут ребята уже музыку. По чуть-чуть настраиваются. Да. Да. Будет весело. Бодренько. Гриль греется. Туки-туки, можно к вам? Заходи. 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 Вот как и обещал, канал Имховидео. Всем привет. Олег. Да, привет. Дмитрий. Олег, бог кулинарии. Да ладно, это. Да, не, Димка, это не как надо, там? Надо. Зоркий глаз. Короче, у них Ника крутой стабилизатор. Да. Стабилизация на высоте. И вот у нас сегодня вот такое вот будет мероприятие. Николай, готов желудок? Даже специально не обедал. Позавтракал так легко. Все, отлично. Всего 12 котлет. Короче, распаковываем, и уже, когда все придут, приступим к жарке и пробовать будем. И что, мясо, как обычно, все скупили, Москву оставили без этого? Без мяса, да? Получается, да, кому-то не хватит. Все, я это смотрю. Смотрю, сейчас в пробках народ недовольный, у них лица, лица, да. Жарко, без мяса. Мяса нет. И сколько здесь килограмм, так на взгляд? Кто, не замеряли? На взгляд не замеряли. Ну, мне кажется, килограмм 7, килограмм 5 есть. Мне кажется, больше. Хотя, может и побольше. Там томагавка, наверное, больше килограмм. Два томагавка уже два. Ну, килограмм 6. Здесь 7 видов по 2 стейка. То есть 14 стейков, ну вот эти, наверное, тоже там. А где-то вон есть веса, там ну, 900, да. Ну, считай, 2 килограмма. Ну, в среднем килограмм. Ну, маленькие, естественно, меньше. Вечно пьян, он на входе, не подходи. Он уходит всегда один, но зато мой друг лучше всех играет. Он один играет блюз. Легендарный мистер Дарский. В холодильнике дверь тоже открытую оставляешь. Привет. Здравствуйте, привет, здравствуйте. Привет. Товарищ мистер Дарский, я же вам обещал подарок. Да. Эту бутылку даже можно отложить, да? Тебе даже Панама подходит к этому. Ух ты. О, ну спасибо, да. Это у нас Египет? Да. Тут тот хамон! Ну все они выглядят очень аппетитно.
надо признать. Да. По цене тоже все разные, но опять кому что нравится, будем пробовать также по мягкости, да, ну, по сочности. Как бы каждый просто скажет свое мнение. С другой стороны, то же самое, гриль у нас уже горячий. С другой стороны, делаем все то же людей самое. Людей мало, столько не съедим. Это вырезка, ну, понятно, да, здесь тоже я понимаю, что это хребтовая часть, ну, тот же, не знаю, Тибон или Портерхаус, я бы его назвал. Мы добавляем, да, время. Это привет. Вот это филиминьон, да? Это филиминьон, да. Ну и первые стейки у нас толщина примерно сантиметр, плюс-минус, естественно, никто не мерил. Температура в гриле у нас 300, этого достаточно. Отправляем по 2 минуты с каждой стороны. Так, Павел засекает. Поехали. 2 минуты. Ну, сейчас, когда положу. Ага. Сейчас уместить бы еще сюда, они огромные. А чтобы стейки жарились вкуснее, Антон нам что-нибудь, Антон, под музыку уже говорят, что надо это. Немножко. Еду готовить надо под музончик. Сейчас. Родилась история. Сейчас сделаем, парень. Слово «если» в контексте прошлого реально неуместно. Горячий кофе очень резко потерял свой вкус. Царапаешь мне спину взглядом, хрень теперь сольюсь. Я так люблю Москву за суету, за то, что в ней реально много, бесконечно дофига людей. За то, что очень сложно посвящать толпе того, кого встречать совсем не хочешь. Второму сразу же я покажу, что мы сделаем. Второй уже озвучили, да? Нью-Йорк. Правильно. Прайм. Что мы здесь делаем? Съешьте, мы здесь подрежем жирок, чтобы стейк не скрутился, да, потому что от жара он у нас сворачивается. Просто делаем надрезы в жирке, вот такие вот. И вот этой стороной также мы его повернем на огонь потом. И вот на этих стейках мы просто поставим эксперимент, все остальные будем жарить одинаково. Один стейк мы посолим, поперчим до, а второй не будем ни солить, ни перчить. Сделаем это после, чтобы развеять вот эти все споры, мифы, которые говорят, что солить до, солить после. Там очень много споров постоянно в комментариях. Причем хороший эксперимент, да. Каждый доказывает свою правду. Поэтому сейчас подрежем просто жирок, один солим, перчим. Со вторым не делаем ничего, просто отправляем. А жирок мы подрезаем для того, чтобы не съежилось мясо. Не съежилось, да-да-да. Свернулся нормально. Опачки. О! Да-да, вот этой стороной. Блин, забыл. Лайфхак. Это соленый. Жирок подтопить. А, давай. Думаю, что будет соленый. Пифакин пропить. Ну, давай, работай. Давай. Да, Дима, это жирный кадр. Да. На стейках. Это второй стейк уже? Да. По сколько минут жарили? Не боимся огня, по 3 минуты. Толщина стейка около 2 сантиметров, но опять, если у меня глазомер нормальный. Нарежем здесь и посолим, поперчим, как бы уже готовы. Это жирок, не знаю, на любителя. Хорошо, кормили бычка. Да. Кстати, там 200 дней зернового откорма также делают, как... И в других. USD, или как там называется вот это качество именно мяса. То есть не просто бык в огороде, который ходит, да? Дарский, давай, помоги. Сальца и перчик. Прямо вот так. Сверху. А этот был до. Давайте. Погнали. Это у нас третий, да, экземплярчики? Третий, да. С косточкой. Поехали. Я думаю, такой толщины по 4 минуты с каждой стороны, соответственно, по 2 минуты так, Паш, засек, да. И 2 минуты на 45 градусов, да. Или как там правильно, на 45, повернем, 45, чтобы да. Решеточка. Ну, не знаю, с косточкой там не такой стейк, он не ровненький, поэтому на нем, может быть, особо решетка-то и не будет заметна. Ждем, значит, 2 минуты, 45 градусов, 2 минуты переворачиваем, и с другой стороны то же самое. Ну, решетки, ну, вот здесь чуть проглядывает. Угу. Антон, сыграй что-нибудь? Да без проблем, поехали. Что-нибудь поживее такое, да, ребят? Давай. Ну да. Чуть гаражное. Я бегу по лыжам на земле.
Пошло. Угу. Вот он синус. Да, да, да. Потоньше, Алич. Потоньше, Далик. Окей. Не, естественно, эти я тоже сейчас сделаю на порционные, чтобы есть удобно. Просто было за один раз. Угу. Кстати, горячий еще вот. Косточка вообще прогрелась. Сколько держали? Держали по 4 с каждой стороны. Угу. С поворачиванием. Мишань, по цене сколько? Да. Третий. 3,620 за килограмм. Ну, в принципе, для премиальных стейков, я считаю, что цена... Опять-таки, ребят, не судите, да, не говорите, что там ничего себе, у меня на рынке мясо там по 300, по 400 рублей. У нас на рынке тоже мясо есть, там говядина по 500 рублей, это не та говядина, которая на рынке по 500 рублей. Погнали! Четвертый вариант тибончики. Тибончики. Примерно по 5 минут. Ну, будем смотреть. Антох, что им избацаешь? Да. О, видео на час. Если бы тогда меня спросили, где я буду через 10 лет, те горы, пред которыми бессилен, и города, где грому места нет. Если не найду пути обратно, назад вернусь хоть через Южный полюс. Я не знал тогда, что будет завтра. Сейчас тем более стань же моей рукой, стань моя жизнь такой. И пусть невзгоды унесут именно нас с тобою. Ученым стань вся моей подругой, слезы в соль морскую. Ученым стань вся моей подругой, слезы в соль морскую. Один миг с тобой, чего Снимай. Красота, горка. Yeah.
аргентинские стейки, ну, либо как я их назову, тибоны, у нас готовы. Цена 3900 за килограмм. А, предлагаю, вот косточку вы все видели, надрезали. Аккуратненько выкладываем. И вот здесь вот, это уже более интересно, это уже... А, как бы сказать, стейки, которые едят профессионалы. То есть это не то, что, ну, я не знаю, там продается, не буду говорить в каких супермаркетах, да, дабы никого не обидеть и никого не прорекламировать. Но это уже, это прям премиальные стейки. Настоящие гурманы. По прожарке, кстати, обалденно. Вот это действительно получился медиум. По 5 минут и примерно сколько, ребят? Минут 5-6 отдыхал, да, не засекали? Да-да, минут 5-6. Ну, что-то такое. Ага. Понятно, что, опять-таки, ни соль, ни перец внутрь такой толщины мяса не попадет. Поэтому сейчас мы их сделаем на порционные кусочки. Я думаю, сверху немножечко. Ну, либо каждый по желанию. Просто вот так вот сделаем. Оп. 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 Ближе косточки, да, немножко как бы посырее. Угу. А, конечно, да, косточка. Потому что у косточки всегда мясо холоднее, и оно там медленнее прогревается. Не ошибаюсь, вот это должно быть филе миньон. Давайте отрежем с этой стороны, да, потому что это совершенно другой отруб. Угу. И если вот эта мышца, допустим, при жизни животного движется больше, она будет чуть жестче, то вот это, она должна быть мягче гораздо, но от этого же куска. Она приготовилась, смотри, по-другому. Да, оно режется даже по-другому, нож у нее прям вот входит. Как по маслу. И посмотреть даже на прожарку, мне кажется, здесь... ближе уже все-таки, вот даже рядом, вот смотри, к велдану, да, нежели там, потому что... Medium well. Ну, обычно, знаете как, вообще, рекомендую тем, кто, ну, семейные люди, да, или там парень с девушкой, муж с женой, покупает эти стейки, вот эту часть съедает муж, вот эту жена, потому что вот эта часть более нежная. Ну, пятые пробные экземпляры у нас это томагавки. Томагавки есть у многих производителей. Мне они больше всего нравятся, вот, действительно... по своей форме и, знаете, напоминают вот такой... жира много, помнишь? Какой-то... Нет, жира много, понятно, что мы это там по желанию, опять-таки, мы Олег, попробуем подрумянить. Положи вот так вот руку для видимости. Ну, для видимости вот. Больше, для видимости больше, вот огромный нож, это, ну, большой шеф-нож. Какая стоимость у шмонда? 400 за килограмм. 400 за килограмм. Кстати, не помню, сколько было у других производителей. Ну, примерно плюс-минус. Ну, тут где-то 1000 на 8, да? Или на сколько? Ну, два стейка... Подожди, я не помню. Либо один где-то стоит 2000. Не, подожди. Опять, что я говорю-то? 4, да, каждый весит по килограмму. Каждый стейк примерно 4000. 4-4 это 8000 рублей. Офигеть. Сейчас будем жарить 8000 рублей. А мне нравится, знаешь, почему вот этот вид... Так прям за костяшку берешь его, прям поднимаешь. Ну, да, да, нет, что-то это просто кайф, прикольно, кайф, да. Опять-таки возьми вот так обрежь. Ты карабаса-барабаса не смотрелся, вот надо, да? Противно. Зачищенная косточка. Погнали. Давай. В руках, ну, довольно легко. Необычно, да? Необычно, да. Тяжело даются. Как обещаете, не знаю. Пятая очередность. Сейчас самое главное здесь расположить нормально. Просто мы уже жарили. Инь-янь делаем. А еще бывает фольгу как-то заворачивают ручки. Ручки, ну это просто косточки, чтобы они, там, не знаю, не обгорали, да, да, или да, брать было удобно. Короче, да, мы кости не едим. Это... Чтобы красиво подавать потом. А сколько вам жарить? Вот эти, я думаю, 3 минуты под 45 градусов, еще 3, в общем, по 6 минут с каждой стороны. Да. Просто я не уверен, что здесь их можно будет повернуть на 45 градусов. Может и по 7. И отдохнуть дадим подольше всего, потому что это самые огромные стейки. Дальше у нас останутся там потоньше, там все будет гораздо быстрее. Да. Курит трубку, трубку курит бабушка моя.
Эптиген, Шварцен, табак. А майна бомба, раух, дым файфе. Умахт, айнен, хэптиген, зуб. А майна бомба, раух, дым файфе. Утром герн, кубани, шурун. Вен их курц, майна мама. А прайтекс, бетфрух, и там лёв, дизайн, штеля, ум. Спасибо, друзья! Это был такой экспромт, мы с тобой в барабаны не попали, но не страшно. Главное, они попали в нас. Плохие да паршивые, в голове стучало. Ай, красота! Без тебя паршиво не со мной, ой, ты не со мной. Перекур, перерыв, перебух. Перепихи. Так, первый готов, отправляется отдыхать. И второй также. Сейчас немножко жирок зарумяним. И убираем отдыхать минут на 5, на 7. Потому что стейки самые здоровенные. А, прошло буквально каких-то, там, не знаю, 5, 6, 7 минут, точно не засекали. Температура 59,3, 59,5, но это Дарский уже открыл. Был на самом деле 59,5. Поэтому погнали, достаем томагавка. Да, практически, я тоже прочувствую. Погнали. Должно быть. Но тут вот, он такой специфический. Он не специфический, просто здесь, да, разные есть. Вот здесь где-то жилки, да, кому-то если вот эта жилка попадется, ну, это не значит, что... Надал, мне скажут, что мне не очень, да, а вот ну, кому ну, вот да, эта часть да, попадет, да, скажут, ну, кайф. Мне наоборот вот такой нравится. И вот он пошел даже тройной, он отрезается даже. Потому что вот эта одна мышца, здесь идут, ну, я думаю, видно это по срезу. Здесь у нас уже больше, ближе к, я не скажу, к велдану. Medium well, да, правильно Мишаня сказал. Это medium well, это уже не medium, medium well. Но опять-таки приятное. Ближе к полной прожарке. Немножко розовое мясо, да, вот такое, какое должно быть. А мне почему-то так кажется, что чем больше оно в фольге стоит, тем оно больше доходит. Доходит, конечно, до конечно. Да. А, немножко соли, конечно, потому что толщина такой большая, кусок не просолить, ну никак, если его не мариновать, да. Поэтому немножко соли, немножко свежемолотого перца. Ой-ой-ой, но по виду это лучший пока что. Во всяком случае, внешний вид нарезанных кусочков... Ну, пока что я даю ему больше всего. Возможно, потому что это... Просто мне нравятся томагавки, вот их внешний вид, он реально привлекательный. Когда качаются фонарики ночные, когда на улицу опасно выходить, я из пивной. Я никого не жду, я никого уже не в силах полюбить. Близко. О, кайф. Всех уже слюни, я смотрю, текут, да? Есть такое.
Я, кстати, жду сообщений, ну, жду комментариев, да, где будет написано The Well Daniel, The Well Daniel. Вот это если Well Done, ребят. Да не-не. То есть, не, напишу The Well Daniel, это Well Done. И сейчас давайте соль, перчик сверху немножко, потому что куски тоже были толстые. Сантиметр, наверное. Мне даже такое ощущение, что он, когда поджарился, наоборот, немножко взбух, да? Да-да-да, я тоже видел, Миш, да-да. Он надулся. Он сжался, его стал толще. Ну, как да, первый, да. Первый так он же. Вроде стал меньше, но по толщине и... он поднялся. Ну, так, чтобы было просто удобно есть. Да-да. Красотулечка. Смотрится, как мясная конфетка. Ну, типа того. Пазл. Собери коровку. Ну что, погнали? Поехали. Погнали. Бля, я просто дегустация, знаю, не дегустация, для меня это прикольный опыт сравнивать разное мясо. Я фанат свинины. Я говядину начал открывать от себя не, ну, для себя не так давно. Сегодня, да? Нет, не сегодня. Знаешь, когда мы вот были в Татарстане, и там топ-коп готовили говядину. А ради там была мраморка, да? Положи, положи, положи. Ну что, вот на этом дегустация у нас закончилась. Ссылочки на канал МХ-видео мистера Дарского внизу будет в описании. Пожелаю всем хорошего настроения. Не забудьте, что на нашем канале разыгрывается тандер. Как канал наберет 20 000 подписчиков, мы разыграем тандер. Ну, всем пока, до новых встреч.